Ребята, всем привет! Сейчас хочу сделать опять новый смузи. Рецепт, кстати, от Ларисы Ларисовны. Лариса Ларисовна, передаю тебе огромный-огромный привет и готовлю по твоему рецепту новый смузи. Нам понадобится одна груша, яблоко, но я взял два киви, мед и семена льна. Так, ребята, ну понятное дело, все кубиками. Добавляем нашу грушу. Яблоко, киви и даем мед. Мед у меня жидкий, гляньте, какой жидкий мед. Так, я дал 2 ложечки меда и семена льна. Так, гляньте, как классно смотрится, да? Прикольно. Ребята, и добавляем, если хотите, можно добавить немножко воды, чтобы он не был таким густым. Я даю чуть-чуть воды. Вот так. Все. И сейчас в старобанке все размешаем. Так, не попадает. Блин, оно так пахнет. Боже, как оно пахнет. Так, пробуем. Это обалденный смузи. Ребята, приятного аппетита. Всем пока-пока.